что это? Шарик. Конечно, но не простой шарик. В нем пожелания от всех-всех моих друзей из страны Вообразили. И сейчас в честь дня рождения Сони устроим настоящие зажигательные танцы. Все встаем скорее! Мою подругу Селти околдовали злые чары. А теперь она стала какой-то вредной, противной и злой. Вы мне поможете? Тогда отправимся в страну фей и колдунов. Карандаши, морковки. Чего стоите, смотрите? Давайте, быстро работайте! Если бы не вот это ББ, то у вас бы ничего не получилось. Чудесной полянке распустились чудо-цветы. Они были настолько красивыми, что однажды пролетали бабочки и, увидев эти цветочки, сели на них, а потом стали летать вокруг них и любоваться. То на один цветочек прилетят, присядут, то на другой. Но вдруг они услышали какой-то шум. Они испугались, бабочки. Сисюля, и спрятались в кустике. На поляну вылетели жуки. И стали летать по поляне и жужжать. И вдруг они увидели цветочки. Они приземлились каждый на цветок и стали скакать на них, как на батуте. Бабочек. Посмотрели на них, да? И опять стали прыгать. А бабочки как заплачут. И тут раздался какой-то странный треск. Жуки и бабочки спрятались за кустики. И на полянку выскочил зайчишка-трусишка и лисичка-сестричка. Увидели цветочки и решили они эти цветочки сорвать. Но тут раздался какой-то странный шум. И бабочки, и жуки, и лисичка, и зайчик спрятались в кустике. А на полянку вылетел утенок и лягушонок выскочил. Увидели они эти цветочки. Ой, увидели. И стали пинать их. Лягуха и утенок махнули на них вот так вот своими лапками. Страшный треск раздался. Все зверята и насекомые спрятались за кустики. А на поляну вышел медведь и стал громко рычать. Он увидел цветочки, лег и стал валяться на ней. А медведь только еще сильнее стал топтать цветочки. Тогда бабочки, жуки, лисички, лягушки подлетели к медведю и стали его щекотать. Медведь испугался. Он убежал. Радостные, что они спасли цветочную полянку, все вместе стали весело, что делать? Танцы!
бежит быстрее, чем ветер, а вы должны быстрее, чем быстрее ветра бежать. Поздравляем! Обнимаем!